Впервые Институт международных отношений Казанского федерального университета принимает у себя третью международную конференцию «Археологический костюм. Исследование, реставрация, реконструкция». Главной целью конференции является объединение исследователей, занимающихся проблемами, связанными с изучением и сохранением археологических тканей и элементов одежды. Конференция собрала, на мой взгляд, наверное, самых лучших профессионалов в области реставрации костюма. Сегодня мы подводим некие итоги, и я надеюсь, что состоится очень серьезный разговор о том, какие новые научные проекты мы будем реализовывать в рамках сохранения культурного наследия, материального, нематериального культурного наследия. Участниками конференции стали археологи, этнографы, реставраторы, искусствоведы из различных городов и стран. Здесь они обсуждают методику исследования предметов одежды из органических материалов и костюмных аксессуаров, способы презентации археологического костюма в музеях и на выставках и многое другое. В программу конференции входят пленарные заседания и секции, а также различные мастер-классы по исторической реконструкции. Третья международная научно-практическая конференция завершит свою работу 20 сентября. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.